Внимание! Доступна услуга заказа объявлений на телеканал ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Альянс строителей Оренбуржья напоминает специалистам Национального реестра в области строительства о необходимости прохождения независимой оценки квалификации для подтверждения членства в НРС. Еженедельно ассоциацией «Нострой» из Национального реестра исключаются до 500 специалистов, не прошедших экзамен в регламентированный законодательством срок. Информация о сроках прохождения, а также запись на экзамен по телефону 506-888, добавочный 215-220-203. Обособленному предприятию электромашинный дивизион РЖД требуется начальник участка производства, мастер участка производства, технолог, токарь, электрослесарь, машинист моечных машин. Оформление по Трудовому кодексу, конкурентоспособная заработная плата, достойный социальный пакет, обучение. Звонить с 8 до 17 часов по телефонам 8-922-530-68-54 или 8-950-187-73-45. В компанию «Профметалл» требуются стропольщики, оператор на производство, водитель погрузчика, слесарь по ремонту оборудования, телефон 44-48-88. Требуется персонал на рыбное производство и водители-экспедиторы. Заработная плата 40 тысяч рублей, телефон 96-30-45. В крупную строительную компанию требуются подсобные рабочие, сварщики, водители категории Е, телефон 427-888. Требуются охранники в Южной, звонить 96-48-86. Требуются специалисты с экономическим образованием, карьерный рост, стабильная зарплата. Обращаться в Оренбурге, улица Чкалова, 35/1, телефон 8-905-819-06-94. В строительную компанию требуются монтажники навесного вентилируемого фасада, телефон 202-769. Требуется водитель на автобус ПАС, развозка, звонить 90-37-01. Требуется грузчик-сортировщик, оплата ежедневно, телефон 96-36-16. В крупную строительную компанию на электромонтажный участок требуются стробовщики-пиловщики. Звонить 907-911. Требуются охранники, обращаться по телефону 49-48-00. Требуется продавец в рыбный магазин. Заработная плата от 1600 рублей за смену. Телефон 96-20-45. Требуются монтажники заборов. Телефон 23-53-23. В гостиницу «Виктория» требуется ночная горничная. График 2 ночи через 2 ночи. Телефон 220-919. Требуется сварщик на металлоизделие. Звонить 57-88-88. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.